сеньоры, вы знаете, я тверд в своем решении. Новый театральный сезон областной драматический театр имени Горького начинает одним из первых в регионе. На сцене Катарина и Бьянка, дочери сеньора Баптисты, герои известной комедии Шекспира «Укрощение строптивой». Для театра иметь в репертуаре постановки этого драматурга – большая честь, но при этом и ответственность, ведь это проба всей труппы. Это довольно-таки такой глубокий, длительный процесс, интересный, но я думаю, что должно получиться очень даже хорошо. Зритель будет немножечко, наверное, удивлен в некоторых местах, где-то будет смешно, конечно же. Помимо премьер на новый сезон у театра большие планы. Постановка режиссера из Кабардино-Балкарии Романа Добагова «Мачеха Саманишвили» будет показана на Всероссийском фестивале в Грозном. Иди давай! Что? Далеко тебя по всей деревне ищет! Ай, забыл, куда она меня послала! Высокую оценку публики получил моноспектакль заслуженного артиста России Сергея Конина «О, не ставьте мне монумента». В этом году он станет участником второго международного театрального фестиваля в Омске. Наша труппа готова к серьезным постановкам, тем более комедия. Комедия – это самый сложный жанр. И поэтому, когда труппа обращается и постановочная группа обращается таким высоким произведением и требует и такого высокого отдачи актерского мастерства, режиссерского и мысли. В октябре оренбургскую публику ждет премьера спектакля на малой сцене «Провинциальные анекдоты Вампилова». Ведутся переговоры об обменных спектаклях в рамках проекта «Большие гастроли». К новогодним праздникам состоится премьера для юных зрителей сказки «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». К юбилею Победы в планах постановка по рассказу Михаила Шолохова «Судьба человека». Анна Овсяникова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.